Друзья, всем привет! Хочется освежить в памяти броски, которые редко люди делают, но они могут пройти, потому что они неожиданные. Сегодня покажем бросок с захватом за пояс сзади и типа вертушки. То есть отсюда боремся, сорвал захват отсюда и забрал здесь пояс. Да. И что отсюда делаем? Руку формируем вот такой угол, зависаем как будто на руке, да. И я падаю вот сюда, висну на нем. Висну на нем, рука даже согнутая, да, и вот он получается, падает у меня вот сюда. Несколько раз делаем. Раз. Вот, забрал захватик. А он хочет убежать, развернуться там, вот сюда, да. Вот если он ушел вот сюда, то, пожалуйста, можно движение вот это сделать. Если он не ушел туда, а если я зашел вот сюда, а он встал, вот, он падать не хочет, вперед не получается, вот, просто падает, как вертушка, вот сюда. В чем здесь смысл? Я свой вес вешаю через его захват за пояс, ему за пятки, загружаю за пятки. То есть вот так сейчас посмотрим. Если я просто упал и не тащу, он просто сядет. Сейчас я пойду без тяги и просто присесть вниз. Просто присесть вот сюда. И у меня не получится. Моя задача упасть вот таким образом, вот за пятки, что даже если он будет садиться на меня, он все равно мимо упадет. Это для меня безопасно. И все вместе. Боремся. Отсюда забрал, да. Выходили, бросали, опа, вот сюда. И вот таким образом, закручиваясь, выхожу на него. Два захвата, контроль. Одной рукой держу, сколько могу, которая на поясе, на ней висну и делаю вертушечку. Затягиваем мимо себя. Падаем, вращаемся. Переводим его вниз броском. И дальше работа уже как в партере, продолжение любого. Спасибо, удачи!